Следующий. 4, 5, 6. Красивое число. Марблес. Тринка на ангела сразу есть. Интересно. Интересно. Ставочку. Нет, мне ж только когда пауза между ранами ставки ставится. Фла 3. Хэку МТ. Жесткий байт на ангела. Причем даже я могу чекать дьявола, потому что ну, будет перевес на ангела большой. Благо, можно нормально обойти. Эта рума часто мне мозг ломает. Потому что меня бывает с двух сторон часто окружают. Видимо, если я их неправильно заагрю. Типа челики тут и там, типа, бывает окружают, и ты. Типа. Безысходность. Или там, или тут, но тебя трахнут. Где мы тебя взрываем? Не знаю где. Может здесь? Прыг, прыг, прыг. Нет. Можно было еще запушить, ну ладно. Планетарий первый этаж. Окей. Ну, можем не скипать этому румы. В принципе, и славно. Удобно. Даже скипать ничего не надо, сразу дали. Так, активка потрясающая, ладно. Не знаю, чем вообще я ее использую. Надо, чтобы их убрать в сторону. У меня даже ключ есть, шикарно. Это отлично. Это просто отлично айтем. Это бесполезно айтем. Это один из лучших айтемов на зверя, в принципе. Потому что он будет вечно активированный на весь подъем. Просто плюс дэмэдж на весь подъем. Окей. Добрый зверь будет, добрый. Здесь... удача. На весь подъем вообще весь. Начиная с подъема, у тебя сразу будет активирован соло и так до конца рана. Потому что дэмэдж дается, когда ты типа на боссе находишься, то есть когда ты босса проходишь. Там ты типа босса уже прошел. Поэтому у тебя сразу будет соло активирован. Видимо, такая логика срабатывает. Поэтому говорю, на зверь это очень приятно этом. Уф. Еще плюс синяя хп. Кстати, а у Лари раньше было видно жопу в конце его это туши. Что-то такого не помню. Может и раньше было. Хермит черевод. Можно хаос карту оставить, да? В принципе. Можно хаос карту оставить. Кстати, тринкеты, лол. Там миллион тринкетов, это миллион денег. Это миллион денег. Давайте делать деньги снова. Делать деньги. Почему чат не джемит? Чат устал уже, видимо. Суббота день тяжелый. Кстати, секретка же. Секретка. Благо, бомба есть. А да, Сол же еще типа это, он же full health, да, делает? Типа эффект санкарта, грубо говоря. Ну да. Это тоже, в принципе, можно обузить.
каком-то смысле. Если сильно будет надо. Да, господи, не надо. Ну, хотя, блядь, давай я это сразу уберу отсюда. Чтоб потом не потерять. Так, там тринкет. Еще два, да, по-моему, тринкета осталось. Мы будем богаты. Прямо сейчас. Через еще минуты две, может, три. Будет богатство. Но я хаос-карту оставлю, потому что она, видимо, будет на догму первую фазу, которую я терпеть не могу. Как раз от нее мы и избавимся. Вроде нормально. Вольтраут? Не, Вольтраут я не хочу. Там типа два, это, во-первых, я уже планетарий видел, во-вторых, не хочу я лично расти Вольтраут. Не такой я фанат Альтраута, чтобы постоянно в него лазить, бессмысленно. Вольтраут только когда мать. Либо когда у нас спин даун дайс старт, тогда можно паролить мегамаш лол. В теории. И то страшно рисковать этим. Потому что это, опять же, не особо нужно в среднем. Претерпело. Так, все. Богатство. Вот оно, богатство. Вот оно. Даже почти 50 копеек. Почти. Чуть не хватило. Хотя, кстати, можно было, блядь, можно было на самом деле за пол хп пройти в Кёрс, ну ладно. Это вроде выгоднее, да, ведь? А, кстати, я все еще могу за пол хп пройти. Подождите. У меня же теперь есть Библия. Так что все еще вполне себе... Нет, там... А! Да, все клетки была, но я уже забыл. Похуй. Забыл про секретку. Эвтаназиюшка. И телеп... Ладно, то не буду их поделить. Лучше хп оставлю. Мега кайф. Просто гига кайф. Все. Раскидали. Пошли отсюда. Ты это понимаешь, первый этаж. Всем первым этажам первый этаж. Тут же дюкошная. Дюкошная букворм. Белиал. Блин, Белиал. Белиал. Белиал, Белиал, Белиал. Блять, сука. Хаос-карту я оставил на дорогу назад. Я ее заберу на догму. Сейчас с нами зачем? Сейчас она мне особо ни к чему. На самом деле, Некрономикон лучше, чем Белиал. Белиал можно было бы оставить на это, на зверя. Может быть, будет активка в этом руме. Был бы ахуй. Был бы тотальный ахуй, если там еще будет стрэнг-карта. Стрэнг-карта. Причем она, да, она старо работает. Ну, типа... Да я не могу, если выбрать мне хаос-карта правильно все равно. Я могу оставить Белиал. Охуительно. Белиал на Basement 2 остается. Я это, конечно, запомню. Нихуя это не запомню, но возможно. Возможно. Возможно, я это запомню. Посмотрим. Вот мы и узнаем. И вообще... Мне кажется, даже фулл-карта будет лучше сейчас пока что. Я не знаю, где она. Она в магазе. Все это похуй на нее. Тогда стрэнг-карта нажму на босса любого, какого-нибудь мерзкого. Возможно. Получил, получил. Найс. Челика бахнули и секретку бахнули. Так, это фулл хелс будет, правильно. Хули нам терять? Нам нечего терять. 5 плюс деньги. 5 бесплатные деньги. Цап! Цап. Меня цапнули. Я сам виноват. Тут как бы я сам виноват. А где первая? Или я ее... Не, я ее не видел. Здравствуйте, Гориус. Спасибо за веселье в забегах.
Пытаемся его искать в этих забегах. Кто виноват? Никто не виноват. Оно само. Опять же. Опять же, это лучшее, что сделали с игрой. Просто лучшее. Сколько я этой боли терпел в Afterbirth Plus. Сколько боли я вытерпел. Но все. It's not anymore. Теперь все. Теперь все нормально. Что было, не было блока. Ты просто заходил и сразу на шипы хуярил. То есть вот зашел, и вот тут шипы. Сразу же. То есть один блок и... Ступаешь на шипы. И как бы если ты не как Ларс играешь, типа 3 часа один сид, ты как правило на эти шипы должен наступать, потому что ты куда-то вечно спешишь, как я. Как долбоёб. И, типа потому я вечно на них и наступал обычно. И бывало, при этом на одном хп оставался. Так что да. Надо было всегда, типа, очень медленно бегать, потому что... Если ты берешь любой разгон, ты сразу, типа, на них наступаешь. Минимально, типа, разгон. Спешим куда? Ну, у меня старые же, это... Привычки. Какая-то лошадь свои еще трюки старые помнит. Спидранерские. От этого уже сложно будет, типа, отучиться. Даже спустя годы. Так, это все еще фарм. Смешная дуалити. Мне кажется, я не хочу ее брать. У меня и так ангел будет, наверное. Но это дресня, а не сделка. По-моему. Вы уж меня, конечно, извините, но... Это какой-то понос. И даже алтарить тем более некого. Бдыщ. 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 Пауки. Только что за ласта завершил весь лист концовок. Молодец. Поздравляем вас с этим. Господи, этаж какой-то огромный для второго. Чё он такой огромный? Basement 2. Как будто это Depths уже этаж, а не Basement 2. По ощущениям. Здоровенный этаж. Катакомбыч. Мне повезет. Мне полу повезло. Сам поебал, получу. А! Да, потому что уже атака пошла. Гениально. Ухуй. Надо аккуратно, у меня не так много хп. Это вообще его нет. Опять, да, хп? По-моему, опять. Надо сильно не выёбкиваться. Нахуй. Не, некро книжка заебись, не знаю. Мне она очень нравится. Всякие тупые ру можно просто одним нажатием заклеить. А, мне пизда. Я себя в угол сам поставил. Так, я уже целых хп въебал. Доброе начало второй главы. Чё такие румы все охуенные? Прям одна лучше другой, чё за ад? И это все маскара меня троллит. Что меня нихуя терзы нет из-за маскары. Хотя, в принципе, у меня терза, кстати, базовая еда, она такая может быть. Это не так плохо. Типа, учитывая, дамаг какой огромный летит. Больше, наверное, портит шот спит, наверное, не терза. Это охуенная рума. У меня книжки нет на нее.
Ну вот да, нет. Это full hard damage. Это вы уже проебал 2 хп полных. Какая-то жопа. У меня хп осталось 3? Может быть даже 2 с чем-то. 3 скорее всего, но может быть 2. Я к тебе не буду подходить. Можно нормальные румы, веселые. Там с магазинами, с хп. С хорошими этими румами. Что-нибудь такое. Нельзя. Вау. Пусто. Красные пустые. Нет, они вроде не пустые. Там, по-моему, 2 или 2 спины хп. Там было хп, я же брал этот. Я брал завтрак, я его не фармил. Там 2 точно есть хп. Красных заполненных. Люблю я узкие румы. Обожаю. Ну-ка. Не так все плохо, но все плохо, потому что я много проебал хп лишнего уже. Зазря. Нахер. Угу. Тут, конечно, не будет хп. Киркой можно секретки потыкать. За 15 копеек. Эх, чё ли этим заниматься? Не, бомб 0. Вот тут лазарь, кстати, может быть. Вот тут лазарь может быть, хотя... Тоже не знаю. Типа, для страховки точно, а так хрен его знает. Типа, нужен он или нет. Так, кирка мне по-любому нужна. Блять, серьезно ты мне этого босса дал? У меня бомб нет на него. Ёб твою мать. Ой, блять, самое, блять, уёбище дали. С этим ебаным тиретом и шотспидом. Как вообще его нахуй бить? Пиздец, вы нахуй угораете. Давай свои сердца эти беспонтовые спауни. Так, может, его убью. Это уж никогда не ошибка. Тем более, ее в этой игре еще бафнули больше, чем раньше. И, типа, x2 дэмэдж при минус только 1.5, по-моему. Тирейт. Мультиплеер. Это сейчас почти всегда в плюс играет. Ладно, просто буду сердца его ждать. За жопу его просто я не угонюсь, по-моему. Это невозможно. Это вообще нет. Хотя, кстати, эвтаназия прокает иногда. Но надо, чтобы она кого-то убивала, да? Чтобы нормально прокала. Вау. Вау. Тихо. Тихо, друг мой. Успокойся. Не дергайся. Сука, не долетела! Чуть-чуть. Камон. Близко же было. Давай еще на сердце, камон. Последнее. Ладно, похуй, так уже умрешь, наверное. ХП увидел. ХП увидел. Ну ладно. Даже еще одно синее осталось, надо же. Одно. Половина. Так, если я найду синее ХП, то возможно я схожу в Кёрсу. Я не хочу терять синее, последнее. Это защита сделки. Кстати, охереть, сколько я получил дамага? Плюс 8 с этого соло, да? Или типа того? Жесть, сколько я получаю дамага? Плюс 8, да, по-моему, получил? И заданешься. Нифига там буст. Из-за маскары. Ёбнешься. Yes! Окей.
Good pills. Так, начинаем раскопки. Начинаем копать. Вот грибы копать, конечно, хотелось бы, но нельзя. Они мне могут в лицо пернуть, когда я потеряю это хп, что только что нашел. Это откроем. Блять, может лазаря стоило тут реально пропасть. Фак. Может быть и стоило. А может быть и стоило будет лазаря. Сложно. Может быть и стоило. Бомбу сейчас куплю. Бомбу я куплю. Ладно, пошли все же в Кёрзу сходим, наверное. Надо, наверное, много рейнджа, да, чтобы это у меня... Ну да, не, нахуй, это... Невозможно этой хуйней пользоваться. Грибы так не поломаешь, они тебя поломают быстрее. Нужен очень огромный рейндж, чтобы это можно было делать. Похоже. Yes. Хагалас, господи, найс. Есть рейнджи? Возможно. Не тестировал. Бах! Нихуя. Таблетка одна. Оу. Ладно. Ну окей, мы маленько вроде выбрались из этой жопы. ХП стало все-таки сильно побольше. Билд, конечно, особо не изменился. Но лазаря я, может быть, и прохну. Кирки, по-моему, своим билдом работает кирка. Там вроде какой-то скилл есть. До свидули. Лол. Эвтаназия шотнула. Красиво получилось. Хорошо совпало. Так, давайте все-таки на грибы взорвем. Уже более там сладко стоят. Я бы 4 может бахнется. 4 бахнулось. Спасибо. Спасибо за помощь, зеленый гоблин. Раз. Два. Карта. Мун карта. А, сундуки слабо доступны. Пока что. Короче, на зверь у нас все прям хорошо получается. То есть у меня уже 15 дамаг будет на зверя, правильно? Минимум. А может даже больше будет. Редос. Бах. А, сундук надо проверить. Где там была секретка? Здесь? Не хочу бомбы лишние тратить. Здесь. Размен справедливый. Вау. А, блядь, тут еще и... Блядь. Опять бомбы тратить. Надеюсь, я найду еще бомбы. Так-то у меня еще фулл карты нету. Что я все телепорты потратил. Пациент. Ладно. Подеремся. Хотя вообще надо было идти после босса, я троллю. Нам нужно было сначала босса убить, потом сюда идти. Было бы 15 дамаг, а не 7. Было бы сильно выгоднее. Ладно. Да, можно было пока не идти.
Ладно, нам и 7 хватит, правильно. Мы и на 7 сможем. Мы ж не слабые. Букворм. Ну да. Это тоже справедливо. Еще и букворм есть. Мегабуст. Мега, сука, шо спит, господи, как шо спит исправить. Мне кажется, больше, блядь, ломает игру шо спит, чем здесь тиры, потому что нихера просто не долетает вовремя. Кстати, мне маскара больше напрягает, чем тиры там. Что вечно просто бешено низкий шо спит от нее. И, типа это только на всякие таких сейты и трисагионы хорошо, а так это только в минус обычно. В основном. О, нихуя. Так. Стоять. Так, бомбы появились. Внезапно. Ищем диплопию теперь, видимо. Ладно, кого я обманываю, я просто забуду. А, сейчас, слушай, я могу найти Джажмент карту. Старо. Это было бы тоже забавно. Это было бы забавно. Типа еще два этого получить. Буква А. Еще так хорошо-то. Блять, а как алабастер здесь же прямо запрохать никак? Сука, много надо. У меня одно хп, да, пока есть всего, надо 5. Где еще 5 высрать? Блять, тут мне нужен был некрономикон. Не в той руме. Ага! Ну, иди нахуй. Мистер Паук. Вы, конечно, извините, но идите нахуй с такими прыжками. Ладно, кого я обманываю, алабастер я не заряжаю, похуй. Вряд ли. Хотя, слушай, на ангере много айтемов, которые дают синий хп. С другой стороны. Я не хуйню сделал? Не, я вроде все правильно сделал, да? Сначала яйца, потом алабастер. Я ж не сделал хуйню, не, вроде я хуйню не сделал. Буду ролить, я взорву автомат. И в принципе я могу ролить по дороге обратно. Чем хорош ран на зверя, что можно забить хер и ролить просто потом. Я могу потом поролить. Господи, плюс 4 дамаг! Плюс 4 дамаг с магишиной. Ёб твою мать, эти энергии старо. Когда я их запомню? Никогда нахуй я это не запомню. Когда тебе дамаг дают. Я сегодня уже было. Я даже внимания не обратил. А еще я, наверное, мог... Ладно, не мог. Ладно, я мог, наверное, формально фармить Сакруму, наверное, это такая себе идея. Привет, Мара. Сегодня кошки нет, сегодня кошка выходная. Это красная хп. Слушай, может тут ел заря прокнута, да? Ладно, давайте ел заря прокнуть, пух. Алло, Сержа. Сразу 4 конте. О, ты только сейчас его съел? Я забыл, что у меня марбл стоит, господи. Я же об этом забыл. Мне реально Марвелс есть. А нахуй я хп переподбираю? Че я хочу сделать? Не знаю, что хочу сделать. Какую-то хуйню делаю опять. 24 дамаг, но это правда, блять, это Лазарь 2. Стоп. А, я ж потерял всего один контейнер. Я забыл, как это работает.
Я ж нихуя не потерял даже. Я забыл. Господи, ебаный этот тупой кусок говна новый. Лазарь, он же теперь только один контейнер отбирает. Это ж просто на халяву, считай. Но терза, кстати, особо не поменялась, да? Тема же вроде побольше должно быть. Тема же должно быть побольше. Слушай, я может... Нет. Или да? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, но может быть и... Ну, может быть, ну, может быть и... Может быть. В теории я, конечно, могу запрокать Сакрума, но... Надо, чтобы где-то был Full Health, а я уже Full Health активировал. Карта не та. Конечно, возможно, мне запрокает, блядь, да, плацента, не плаценту. Я не буду плаценту фармить по своей жизни, это исключено. Слишком долго. Тут где-то вторая секретка, но я... Думаю, что я найду. Ну да, теперь с таким проком я точно нихуя не найду. Заебись, бомбы прокнули, со всех хуй пойми где. Бандажку, но я говорю, что я за бандажки могу напрокать. Ну, это просто страшно. У меня всего одно, да, красное есть лишнее. Просто я хочу алабастер активировать, чтобы его с собой не брать. Чтобы с собой забрать некрокнижку. Но это безумно будет долго так фармить. Привет, бордом. Я надеюсь на бандажку. Сейчас бандаж, кстати, хорошо прокала, кстати. Ну, видимо, только там она и прокала. Там нихуя не будет прокать, ну да, хер. Просто нахуй ноль проков. Нуль! Просто нуль. И хп нет. Кстати, ванапа нет, осторожно. Ладно, давайте ждать, потому что теперь хп все слил. Все-таки мы будем ждать. Немножко будем ждать. Немножко, это где-то минут, наверное, 10. Может, больше. Немного подождем. В курсе, по-моему, было одно. Скорее всего, одно. Кошку? Нет, кошку я не буду включать. Время найти вторую секретку, я не знаю, где она. Тут, блядь, три варианта, но на где угодно, может быть. Я не угадал. Я могу начать ролить, кстати, айтом. Вот что я могу начать делать. Кстати. Видите, могу... О! О! Кстати, шанс стал выше. Теперь я, возможно, угадаю. Кстати, одна, блядь, возможно, была и сверху. Ну, сверху справа прям же мало, вероятно, да, ведь? Сука, или может быть здесь? Твою мать, реально. Ладно. Окей. Это будет чуть-чуть быстрее. Энергия, да, энергия нихуя не делает. Это будет чуток быстрее. Это хорошо. Карта, я знаю, она бесполезна, по-моему. На эти мутки она, по-моему, бесполезна. А карта нужна, я уже хаос-карту вытяну. Я хаос-карту оставил. Страшно. Все. Еще одна тычка, и, возможно, у нас все получится, или нас нахуй пошлют. Одно из двух. Yes. О, хорошо. Хорошо. Господи, запрокали хуйню. Найс. Так, в этом руму. В этом руму, в этом руму, в этом руму. Нажал. Это брать. Ангелок нахуй не нужен. ТП можно оставить на будущее. Все. И можно начать ролить. Лунг мне
Точно нахуй не всрался. D8 звучит уморительно, подожди. D8 на Маскару. Это ж пиздос, какой мультиплеер можно сделать. Или... Ну, кстати, если я потеряю Дизу, мне бог, у меня Revelation, правильно? То есть я ничего не потеряю. Вообще ничего не потеряю. Плюс рейндж, окей. Тоже нормально. Тоже полезно, как говорится. Особенно на... Ладно. Короче, потом доролим. I mean, I have Revelation, so... And yeah, I'm not taking long anyway. I don't need long in this build. It's pretty much GG at this point. This run is over. Батарейки? Да кому не похуй уже на эти батарейки, господи. Ребятки, успокойтесь, нам уже нихуя не надо в этой жизни. Ран пройдено. Можете об этом уже не беспокоиться. Паролем по дороге. Пока я вот ничего, кстати, не потерял. Кстати, дэмэдж явно стал больше, да? У меня был дэмэдж 7, и я, по сути, не нашел ни одного дэмэджа за этаж. Хотя, я яйца прохал, ладно. Там яйца прохались. Но один хер, я думаю, там был бы дэмэдж 8 или 9, думаю, максимум. На Едене, так что... Лазарь явно был в плюс пока что. Пока Лазарь явно плюсовый. Так что тут я все вроде правильно понял, что это нормальная тема будет. Ну, опять... Плацента Гейминг опять решает, видите? Плацента Гейминг — это лучший гейминг. Жаль, у него не будет своего этого... Revelation, это нужен Lost, который тринкет на Lost там. Это будет собственный... Revelation. Так, бомбы надо, кстати, сильно не ебывать. У меня телепорта пока все еще нет. Но мне кажется, все будет нормально. Ну, слушай, пару раз, но без нее бы я ничего бы не смог сделать. Там, как бы, без плацента я бы не смог, кстати, запрохать. У меня же не было бы там хп этого лишнего. Там две тычки, теперь там три тычки. Одна или две тычки была лишних. Кажется, мелочь, но на самом-то деле... Во, я, блядь, 0.55. Куда ты? Запушил. 0.55 это очень мало. Но я получил почти x2 дамаг при этом. Но, сука, 0.55. 0.55, почему так мало? Можно хотя бы 0.7 сделать? Ну, сука, не 0.55. Это как какие-нибудь бедра стар. Кстати, бедра стар может быть 0.45 бытового. На Едене. Типа минимальная скорость 0.85, еще и минус 0.4 с бедер. Терпи. Опять терпение, опять терпеть. Не хочу терпеть, я не буду терпеть. Все, все, все потерял. Обратно вернули. Плевать. Я думаю, мы сможем наролить ролл нормальный. Что, D8 это просто надо ролить, надо типа нажимать. Нажимаешь и однажды ролишь просто x2 билд свой. x2 дэмэдж. Но бывает, какое-то время отнимает. Когда как. Что, D8 Titan почти безобидный. Главное просто его типа в начале рана не язык, потому что в начале рана ты можешь себя просто обосрать. Типа там у тебя говно статы, ты повязал D8 и сделал там, не знаю, там все 0.9 тиры. Как бы, удачи с этим играть. А когда у тебя уже билд есть, или ты там более-менее хп есть, то в принципе можно. Уже можно экспериментировать. Во! Все. ГГ. Все. Рейндж поебать у меня. 20 дэмэдж, еще больше, да, по-моему, стало? По-моему, еще больше стало. Все нахуй. Нашел. Да. Это оно, это точно оно. Этого мне уже должно хватать. Еще дамаг. Еще можно вон... Еще плюс 10, кстати, с этого соло у нас будет. У нас будет дамаг 30 бытовая. На зверя, кстати, уже минимум. Как минимум будет 30, может будет больше еще. Что-нибудь найдем еще. То есть у нас будет 30 дамаг на весь подъем. Нормально.
Привет, Нео. Датамайнер 3 этажа с 0.8 урона бегал, меня спас брелок. Ассенции бета не тихонько каник убивал. Ну вот да. Датамайнер из той же лупера. Тоже довольно такой себе айтем. Иногда. Он просто бывает дает просто подряд там 2, 3, 4 прока, типа только в минус, а потом только в плюс дает. Он очень странно работает. Вот датамайнер я сам никогда не жму, потому что ну, сильно много он отжирает. И там самое херовое, что ты если тебе там терзу сделаешь в ноль, ты потом ее будешь очень долго обратно выравнивать. А тут типа ты нажал, типа вроде как бы обсер, а потом как бы нажал и все исправилось. То есть там оно ролится очень сильно или вниз, или в минус, или в плюс. Там то есть можно все быстро и обоссать, и исправить. А вот дата минер это прям боль. Иногда бывает это очень больно потом править. Там один прикол, что можно типа сделать эти статы эти бесконечные. Там вот тире типа сделать 120. Так мы один раз делали. Там батарейки нужны. Магишин я знаю, но он дает на одну рум уже дамаг. У меня хаос-карта на догму, я, наверное, с ней пойду. Мне кажется, но мне даже дейл-карта не особо нужна в этом ране. По-моему. Ум, я в порядке. Но догма все еще кринж. Первая фаза, не хочу ее видеть. Лучше удалю ее догмой. Догмой удалю. Догму-догмой. Хаос-картой. Так, у меня, кстати, одна бомба ровно. Просто ровно одна бомба. Я знаю, я говорю, я там первую фазу не очень люблю. Вторая фаза-то легкая. Там вообще, по-моему, негде дамажиться особо. Первая бывает маленько душит. Потом эти атаки идут в спам просто одна за одной. Вторая вроде ни о чем. Эх, не шуб. Три штуки, но... Была же, по-моему, одна, нет? Только что. Скорость еще выйдет нормальная. Таблетки я не хочу. Там много чего, по-моему, понерфили. Там, в принципе, на звере, я так понял, много чего было изменено. Килгер бы там такую бы ёбку нам устроил, я думаю, если бы мы дали бы ему эту свободу действия. Там такая была бы ёбка, наверное. И на матери тоже, я думаю, там было бы сильно все иначе. Потому что мать реально легкий босс, по сути. После там, не знаю, там месяца игры, даже меньше, наверное. Там очень быстро можно к ней привыкнуть. Ага. А я потеряю сол и маскару, ну нет. Вряд ли я такое хочу делать. Даже за 4 айтема. Я сколько там дают айтема с того Таро. Это не вариант. Тупо два лучших айтема, которые мне сейчас весь ран тащат. По сути. Так, у меня фулл-карты все еще нет. Подожди. Я вообще ее видел. Там Эдмон просто не дал это. Килберна разгуляться. Так что нас как бы спас Эдмонд, иначе нас такая была ебля бы ожидала в этой игре. Был бы еще один финтфолио, наверное. Хотя ладно, вроде Килберн еще более-менее вроде адекватный. Может там еще не так было бы весело. Листок? Я там много раз уже ролил. И опять же, я короче, один... Кликом потеряю где-то 20 дэмэджа. Ну, типа, нет. Нет, я так не буду делать. Это очень много. Я просто потеряю 20 дэмэджа с одного ножа. Потому что я потеряю и маскару, и соул. А соул, он как бы на весь подъем активированный. Не знаю. По-моему, это ебаное безумие. Как я этому всрать. Это звучит смешно, хотя... Хуй его знает, может не так смешно.
Соло на бесте будет работать. Соло на весь подъем активирован. Без спаун-пауз. Как только ты идешь на подъем, у тебя сразу соло активированный до конца рана. Поэтому соло это очень приятный айтем здесь. Дома тоже, по-моему, активированный, по-моему. По-моему, на дом активированный. Он тупо на весь подъем. На весь подъем и на дом, по-моему, работает. Я вообще, да, у меня же кровать, ебать, то есть я реально ничего не потеряю. Я все еще фулл карту, я вообще ее искал, я, по-моему, ее даже не смотрел. Где фулл карт? Тример ослеп. Ослеп на мозг. А, я тут не надо, окей. Хотя получу неплохой такой буст, у меня 7 красных. Это неплохо. Это прям вообще неплохо. И, кстати, у меня же еще и бандаж, это ж... Уж это реально может неплохо получиться. Это может неплохо получиться. Бандажка и еще Humble Bundle. Я про него тоже забыл. То есть это гениально получается. Ну давай. Ну, нормально. Плюс дэмэдж, минус скорость примерно... А еще и плюс контейнер, да, еще один контейнер. Уже 8 контейнеров. Огонь. Просто, блять, огонь. То есть реально я, скорее всего, часть хп обратно получу. С креста. Из-за бандажки. Так что это прям дикая синергия. Дичайшая синергия. Так, ладно, фулл-карту нашли. Таран, как всегда, конечно. Тут опять фарм плаценты будут такой маленький, но он все же был очень полезный, как ни крути. Этот фарм плаценты мне половину рана сделал с этим ревелейшеном. Так что похуй. Это как бы было нужно в этом случае. Фарм был вынужденный. Потрясающий айтем. А, я Серафим, окей. Закупиться? Там ничего не было вкусного в магазе. Правда, у меня там, может быть, будет грит. В мавзолейшный. Ладно. Деньги, может, еще найдутся. Надо как-то D8 выкинуть, потому что я не хочу его нажимать. Нечаянно. Столько потеряю демеджа, скорее всего. По-моему, я уже на максимальном проке D8 по демеджу. Или почти на максимальном. Я там почти X2 получил, по-моему. По дамагу. А, кстати, все. Изи. Изи. Таблет, кстати, может быть химитомес лучше ее не трогать. Или я уже ел химитомес? Я не помню. Может, уже ел химитомес. Давно это было, и неправда. Ладно, поехали. Уже ел, ну и похуй. Ну и пох, не успел. Погнали. Сколько дамага получим? Бах! Плюс нахуй 18 фулл хп батала. Я ничего не потерял вообще. Жесть! Ну вот да, я говорю, когда у тебя бандаж, этот крест очень хорошо работает. С большим количеством хп красного. Очень хорошо он прокает, когда у вас бандажка, тем более, когда еще и Humble Bundle есть еще в придачу. Нахуй этих пиздюков. Ненавижу их. Шлем. Стерку уже кинул. Ну да, когда удача, просто еще больше хп дают. Ну, там даже без удачи, типа, обычно хватает, но когда как. С удачей нам просто тебе всегда хп хватит, скорее всего. Там же, по-моему, за пол хп, правильно? Идет типа каждая тычка. То есть дед как бы за каждое пол хп типа шанс типа на бандажку может прокать. По-моему. Он даже, по-моему, не за фулл хард, по-моему, идет. По-моему. Я могу ошибаться. Там кажется, что там реально, по-моему, как за пол хп, типа, тычка идет каждая. С креста. То есть у тебя шансов там много на. У тебя очень много шансов на прок бандажки от креста. Потому это просто дико удобно. С такими айтемами.
Ага. Ладно. Стыдные. Господи, чё за этажи-то? Откуда они такие выросли? Чё так далеко опять? Так, магаз последний. Господи, реально магаз есть. Кстати... Лёбик не... Нет, он типа, понятно, он... Не фамильяр. Ну, кстати, один хер это лучше, чем... Хотя, блядь... Удалять врагов этих мерзких в Альтрауте. Похуй. Двойной чабик мне не особо нужен. Лучше этих тварей удалять. Бронявых их терпеть не могу. Я думаю, чабик особо уже ничего не изменит в этом ране. Давайте будем откровенны. Уже сильно ничего не изменится. И все! 55-55, господи. Какое число. Да. И в чем, да, это было именно из-за этого. То есть у меня соло активирован, все. Соло уже активирован. И опять у меня фул хп, считай. По сути. Просто ахуй. Сол просто шикарный айтем. На раны, на зверя. Бесплатный дэмэдж. Просто бесплатный. Удалили. Кого там? Это мне не надо... Ай, не хватает одного красного. Фак. Будет дамаг меньше. Мерзко. Дай одно красное. Дайте одно красное. Не хочу дамаг терять. Нет. Руина. Сейчас будет меньше. Чуть-чуть меньше. Вот на первом этаже, да. Там надо будет прям искать. Потому что там будет уже на зверя билд. То крест, кстати, реально айтем крайне удобный на раны на зверя, потому что у тебя кроватка же постоянно. То есть он, считай, более-менее безопасный. И там никак тебе без хп не можешь остаться. На зверя. Сталакиты, кстати, я не помню, как это работает. Как бы они вроде получают урон. Может, дамажат, они вроде типа исчезают от твоего урона. Ну не знаю, прямо враг ли это. По версии игры. Они прям красно так горят. Красиво. Ну, может быть, и проверим, потому что на самом больше как бы некого удалять. В любом случае. О, ухалось почти. Говорю, даже без удачи бандажка неплохо пропает. Скорее всего, да. Просто они типа моргают красно, поэтому там маленько смущают. Белял, это хотел? Да, мне кажется, уже похуй. Это было, когда у меня билда вообще не было. Сейчас уже можно поугарать. Сейчас я могу уже с собой уже и стерку взять. Думаю... Ничего страшного от этого не произойдет. С таким билдом уже ничего страшного не произойдет. Так что ладно. Можно поприкалываться. Да ты чё? И так бывает? Ни одного. What? Чё-то как-то так все шло хорошо, я даже не думал, что такое может быть. Ни одного хп не упало. Бля. Ай, бля! Сука, это нафиг заумнило. Расслабился, да? Я уже расслабился, думаю, все. ХП будет бесконечно литься просто. Рекой. А вон, пошло. Только не оттуда, откуда ждали. Так, а где были айтемы на ролл? У меня, кстати, 3 копейки всего. У меня рулет-то ничего, потому что я яйца прокол. А, кстати, лол. Еще одно красное, бля. Доиграется, наверное. Он доиграется. Трубка. Трубка на такой дэмэдж. Яйца. А что мне с ними делать? Вампирка? Да вампирка-то нахуя. Вот.
типа хилиться, да, я думаю, не пригодится. Здравствуй, Юрий. О, господи. А чё я их не удаляю, то? Ты... Нахуй. Так, ладно. Дайте мне мои яйца. Похуй. Ролем, видимо, будем. Пирсинг, ну, ладно, я сам себе пирсинг. Ух. Так, давайте. Уяри. Во. Всё нормально, проходим. Так, погоди. Надо удалять этих мерзких тварей. И мерзких. А, ой, я его удалил уже. Хорошо. Можно не удалять. Pray with us, Isaac. Дальше вниз. Не сильно полезно. Ну пусть будет. Так. Ох. Бомбы, найс. Сука, всего одно. Во, кстати, видно поэтому, по свалпе не видно. Да, это явно пол хп урон всего. То есть крест реально за пол хп урон каждый пересчитывает. Там по деньгам это прямо сильно, по-моему, заметно. Сколько было денег. Блять, будет сложно хп сейчас зафармить. Пловая, по-моему, на бейсмент 1, если так пойдет. Тяжело будет. Белял. Я хочу попробовать все-таки в сталакит захуярить. Скорее всего, оно не работает, но придется опять. Так сказать, шоу-кейс опять будет. Проверим в онлайне. Лазаря прокать. Лазаря прокать перед домом, в смысле, как его там прокнуть перед домом? Я могу его прямо дома прокнуть. Кстати. Кстати, вот что я могу сделать. Я могу прямо дома себя убить, кстати. Это, кстати, хорошая идея. Перед кроваткой, да-да-да. У меня будет 9 хп и... Не, у меня будет вообще фулл хп, у меня еще босс сил есть. Это вроде да. Это вроде можно сделать. Вот это хорошая идея. Вот это будет очень много дэмэджа. Там еще будет мультиплеер этого. Лазаря второго мультиплеер будет. Давай еще красная хули нет. А, правда, будет минус хаос-карта тогда. Ну, я думаю, лазарь нужнее, чем хаос-карта. Ну хотя, подожди, у меня будет 10 хп, забей. Я думаю, тогда мне не особо нужно это боссов стил. 10 хп это много, окей. Я как-нибудь выживу, наверное. Убью себя бомбами? Бомбы же есть. У меня же нет бомб иммюна, правильно? Вроде нету. Правда, надо много будет тратить, потому что надо, чтобы еще было хп типа максимально в идеале. Чтоб я получил максимальный прок креста. Но! У меня как раз бомб-то много, поэтому... Вроде проблемы с этим нету. Найс. Идеально получилось. Босс сел. Сейчас посмотрим, может мне и так хватит. Скорее всего, не хватит. Скорее всего, конечно, не хватит. Ну, может, дам. Сейчас, может, надамажусь. Какашки. Какашки нас спасут, я верю. Какашки, спасайте нас. Где красная? Бля, еще до хера надо. Еще очень много надо. М-м-м.
Да, вряд ли будет full health. Блин, где какашки эти, которые радужные? Почему тут нету? Или тут редко падают? О, кстати, сразу же можно. Пошло дело. Блять, нет. Нет. Точно не плацент. Да сейчас мы и без плацента все сделаем. Он уже почти все сделали. Уже почти хватило. Ну слушай, ну почти, почти. Сейчас. Ты выкинуть. Хоть дорога дальняя. Господи, час рано идет, час! Вечно рано на двери, вечно, сука, как ебанат их фармлю. Каждый просто раз почти. Ёбаный час, рано ёбаного зверя. Ужасно. Нет, фарм был. Я там это уже фармил как. Плаценту фармил. Чуть-чуть. Но чуть-чуть. А на самом деле я сейчас как раз таки отойду и продолжим как раз. Потому что я еще хочу ран заделать все равно. Ладно. Ждите. Так, ну и чё? А в смысле? Только я чё, только пол хп получил? Серьезно? What? Говно игра. Ухо полетели. Бей! Тихо. Надо убиться. О боже, я умер. Только не это. Только не это. Ладно, я жив вроде. 73. Ну, вроде нормальный. Дамаг здорового человека. 73 дамаг. Да, сейчас какой-нибудь рейд.
Ну или range up. Ну, жить можно вроде. До свидания. Второго теперь. Куда полетел? Ну-ка, стой. Адьос. О, муха, давай, бей его. Вся только на тебя, по-моему, надежда в этом ране, муха. Без тебя никак. Господи, я такую не успею заряжать. Найс. Найс, найс. Сиблюбик прям на моей голове сидит. Забавно получилось. На башке моей сидит блюбик. Что там, два заряда, еда и смерть, да? Нет, чуть больше. Race flies. I will try to race Stalakits. On a beast fight, but I think it doesn't work. I just wanna test if you can actually like raise this obstacles on the flippy bird part. It's probably impossible. Just wanna meme, I guess. А! Есть контакт. С стороны костера. Что, блядь, все еще живой, не красиво. Ненадолго. Куда полетел? Куда полетел? Сука, улетел, все-таки успел, смотри, а. Все-таки успел. Давайте пробовать. И так понятно, что это нихуя ничего не даст, но все же. Косы можно убить, я знаю, но. Я просто поломал, да, по-моему, один сталакит. Стерка и все. Ладно. Но это было очевидно. В принципе, это было очевидно. Та самая рубрика, что будет, если. Не будет нихуя. Death to death? Не помню уж. Что-то помню в этой игре. У меня память на один день. На один стрим. Какой один ран. Ну все костно. Все костно. Хороший ран. Брейкпоинт? Может быть, да. Может быть, типа, надо как босса убивать. Возможно. Типа, именно добивать, типа, стёркой. Может быть, и так.